Всем добрый день. Что-то типа дневного обзора, к сожалению, ну не хватает у меня времени вообще катастрофически. Поэтому сегодня крыша. Кстати, я ее давно не показывал. Ну, было так недавно, лимончики показывал, но не более того. Итак, в Лазаревском тепло, хорошо, 20 градусов точно есть. Выходило солнышко. Сейчас оно где-то там в Трагапше гуляет. Тепло, цветочки, видите, даже бутончики еще цветут. Мне Володя только что позвонил, который очками торгует, и говорит, есть у нас новинка хорошая, интересная, приезжай, посмотри. Вот я, будет время, попозже сейчас прокачусь, покажу вам все красоты. В общем, как-то так. Ну, на крыше, конечно же, не май месяц. В мае месяце было цветов гораздо-гораздо больше. Ну, тем не менее, вон цветут и пахнут. Скоро мама приедет, их всех обрежет, наверное, и будут они еще больше цвести и пахнуть. Сада, кто смотрит с первых лет, так сказать, знает, что там был сад яблоневый, и не яблоневый, и груши, там что только не было, все раздали, все продали. На крыше пришла осень, вот видите. Розы отцвели, вот какой-то фикус. Радуется жизни. Тепло, но солнца яркого нету. Вот цветочки. Они туда свисают. Это так как бы у мамы какая-то интересная тема была. Она хочет, чтобы туда прямо, не прям. И так до самого низу. Постепенно, постепенно будет такой каскад цветочный. Правда, не знаю, листвы от них, наверное, тоже будет немало. Нет, вот розы, смотрите, розы еще здравствуют, так сказать. И пахнут вкусно, настоящими розами, не какими-нибудь там голландскими. Такие дела. Колесико не крутится, тихо, спокойно, размеренно в Лазаревском. Так, знаете, спать хочется. Но спать некогда, у меня там уже лежит стопка бумаг, надо сейчас в НФЦ, туда-сюда, электросети. В общем, жизнь бьет преимущественно по голове. А так все нормально. Всем доброго дня, всем пока. Побежал заниматься. Может быть, сейчас все на участочек заедем с Михаилом. Точнее, Михаил там уже на участке, это я катаюсь с бумажками. В общем, может быть, сниму еще там.